Приключения полевого мышонка. Странная рыбалка. Автор сценария Бетти Бирни. Твизл! Озгут! Эй, смотрите! Что это с Блоссом? Конкурс среди рыбаков. Ловишь самую большую рыбу и выигрываешь целых $50. Это много. Рыбачим. Пошли. Конкурс вот-вот начнется. Нужна удочка, наживка и коробка для денег. Ты слышал, Кот? Куча денег. Это шанс. Заживем, как короли. Разбогатеем, повеселимся. О боже, опоздаем. Давай, ничего не забудь. Итак, удочки мы уже взяли. И сыр для наживки. И новый бумажник для кучи денег, которую выиграем. Получу $50 и накуплю вам сладостей. Прости, дед, это вряд ли. Выиграем мы. Ой, беси. Не думал, что будет столько участников. Ни о чем не волнуйся, Кол. Все продумано. Делай, как я. Как ты? Ладно, попробую. Но не понимаю, при чем здесь рыбалка? Привет, дедушка усатик. Ну, вы, наверное, ловили в свое время огромных рыб. Да, Кол? Честно говоря, да. Давно, около 30 лет назад. Хотя нет. Сейчас начнет рассказывать какую-нибудь назад из своих занудных историй. Неважно. Я поймал огромную зубатку. Или леща. Нет, все-таки не леща, зубатку. Преогромную. Она была вот такой. О, нет, даже больше. Это была громадная зубатка. Как я ее вытаскивал. А теперь за дело. Пока идет все строго по плану. Так, наживка. Наживка? Помнишь, мы брали сыр? О, наживка. Ну, беси, я съел его. Съел? Ты съел? Тогда иди накопай червей. Я не ем червей. Они невкусные. Кол, я тебе все объясню. Черви нужны для рыбы. Конечно! Понятно! Сейчас начнется клев. Не знаю, Биси. Рыба там есть, но она не клюет. Будет клевать! Обязана! Да что же это такое? Кол, ныряй и лови! Обязательно! Я ответил на твой вопрос. Думаю, да. Давай быстрей! Поймаешь рыбу!
рыбу лови! Мы выиграем! Ведь остальные сегодня точно ничего не поймают! Ой, у меня клюет! И у меня! Большая рыба! Гигантская! Не хочет влезать! Моя тоже! В чем дело? Кто мог над нами так подшутить? Поймал! Поймал! Похоже, я поймал еще одну огромную зубатку! О, ну дела! Эй, это нечестно! Не знаю, что поймал я, но оно большое! Все это подозрительно. Да уж. Какая странная рыбалка. У наших рыбаков, похоже, какие-то проблемы, Кол. И это неплохо. Хоть одна рыба. Ну, клюнь же. Ты должна клюнуть. Давай, клюй. Да успокойся, Кол. Не то получишь. Эй, у меня клюет. Большая! Помоги, Кол! Я рядом, беси! Не волнуйся! Ой, ой, что это? Беда! Что делать? Вот и подумай! Ладно! Нет, не надо! Я ничего не вижу! Счастливчик! Ой, держись! Большая рыба! Теперь они победили! Пока рано говорить! Что? Ой! Что? Нет! Не видел такого с тех пор, как... Похоже, что я никогда такого не видел. Потрясающе! Колоссально! Невероятно! Ничего не поймать. Точно. Идея про пикник была удачной. Все призовые деньги потратили на этот пикник. Ведь никто ничего не поймал. Ну, беси, хоть бесплатно поедим. Ну, и это еще не все. Есть план. Простите, дедушка усатин. Та большая рыба вам знакома? Знаешь, мне кажется, что я действительно ее уже когда-то видел. Помню, когда я был еще мальчишкой, поймал рыбу весом в 4 килограмма 500 граммов. Нет, 5 килограммов 400 граммов. Смотри! Трусливые коты. Автор сценария Бетти Бирни. Беси, эй! Для тебя письмо! Письмо? Мне! Открывай, беси! Дорогой кузен Биси,
Я приеду навестить тебя через 2 дня. Давно мечтаю увидеть твой шикарный особняк. Подпись: твой богатый кузен Чонси. 2 дня! Все пропало! В письме я хвастал, что у меня есть ферма и красивый дом. Что теперь делать? Не тряси меня. Ой! О, теперь он увидит, что я живу в убогой развалюхе. Ну, может, за 2 дня ты найдешь красивый дом и большую ферму? Точно, точно! И это несложно! Конечно! Лучше всего мне подойдет дом, где живет семья Ди. Я не понял. Слушай, мы убедим их, что в доме живут призраки, и они съедут. Мы въедем и поживем там с Чонси. Потом скажем, что прогнали призраков, иди вернуться домой. В твоем плане, Биси, есть минусы. Да? Я боюсь призраков. Бух, бух, бух! Слышались тяжелые шаги в холле. Ручка повернулась, и дверь медленно открылась. Но никто не вошел. Откуда это же выдумки? Приятных снов! Ты не оставишь свет? Не будь трусливым котом! Лезь наверх и греми цепями погромче! Лезь наверх! И не спускайся, пока я не разрешу! Кто там? Давай, греми! Есть там кто-нибудь? Я разрешал тебе слезть. Я слышал звуки, но там никого нет. Как в книге про призраков. Говорю тебе, Биси, я боюсь высоты. Да? Но семья маленьких мышек должна бояться призраков. Бух, бух, бух. Похоже на ту историю. Твизл, это ты? Засыпай, трусишка! Постараюсь. Переставь чемодан. Куда его поставить? Куда-нибудь, просто побухай. Боскут, ты это слышал? Ты слышал? Конечно, слышал, поэтому и прячусь. Продолжай стонать. Но моя нога больше не болит. Вот, так-то лучше. Почему вы шумите? Нам не заснуть. Но там призрак. Нет, это ветер. Призраков не бывает. Ребята, вам пора спать. Они упрямее, чем я думал. Попробуем еще. Ладно, Кол, давай. Ой, ты до меня доступил. Ты меня толкнул. Дети, пора успокоиться. Они напуганы? Дети, не бойтесь. Поверьте, призраков не бывает. Хотя, конечно, бывают воры. Схожу вниз за инструментами. Поставим ловушки, ладно? Да.
Ну вот, поймаем этих незадачливых воришек. Зашевелились! Спрячемся, пока они не лягут. Готово. Вам понятен план? Ага. И помните, сидите тихо, как мышки. Это несложно. Беси, они уже затихли. Да, думаю, берег чист. Давай выбираться. А как? Через заднюю дверь. Ай! Похоже, наши воры попали прямо в ловушку. Ладно, как зашли, так и выйдем. А это что? Ты неуклюжий! Я? Что я сделал? Поймали! Открывай дверь! Свяжу разбойников! Это? Призраки! Твой план сработал! Да, они впрямь боятся призраков. Трусишки. Ой, спасибо, что пустил переночевать. Знаешь, что-то меня беспокоит. Пробегая, я видел, что у этих призраков шерсть на лапах. Да, как у больших котов. Это были коты в простынях? Беси! Пошли, самое время проучить этих призраков. Знаете, что делать? Ага, да. Может, это кузен Чонси? Совсем не похоже на Чонси. Придется сказать правду. Но как хочется соврать. Видишь его? Нет, а ты? Нет. Письмо? Для меня? От кого? Читаю. Дорогой кузен, прости, не могу приехать в этом году. Хорошо. Надеюсь увидеть твою красивую ферму и дом через год. Плохо. Да, даже дом с призраками хорош, если он твой.